завтра. Первый советский боевик, основанный на реальных событиях. Этот опий нужен заводу как воздух. Один завод потребляет столько опия. Большой стране нужно много лекарств. История современных пиратов. Человек за бортом! Слева по курсу 30! Они захватят корабль. Опиум. Но команда так просто не сдастся. Утром они начнут обшаривать остров. Судно нужно брать сегодня ночью. Николай Еременко-младший и Петр Вельяминов в остросюжетной драме «Пираты 20 века».